Конец августа, пришло время собирать дыни и арбузы. Многие из них начинают поспевать. И сегодня хочу представить дыню, которая называется «Ранняя 133». Дыня от агрофирмы «Аэлита». Это скороспелый сорт. Ее можно выращивать, кстати, и в теплице, и в открытом грунте. Но так как я проживаю на Урале, я все же ее высаживаю только в теплице. Очень крепкое растение, длинноплетистое и очень устойчиво к заболеваниям. Если на некоторых других дыньках уже появилась пятнистость, то на этой дыне абсолютно здоровые все листья. Посмотрите, какая она классная. Плеть очень толстая, продолжает завязывать плоды. Вот здесь маленький плод завязался. Здесь сформировалась еще точно такая же дыня. Как бы мне ее вам показать? Брала все листочки. Здесь еще, кстати, вот начинает снова формироваться боковой побег. Посмотрите, она такая же крупная по весу. Но я думаю, здесь 2 с лишним килограмма уже есть. Но эта дыня еще не полностью созрела. И она еще не начала покрываться вот этой характерной паутинкой, которая бывает на кожице у созревших плодов. Вот видите, только паутинка пошла еще от плодоножки. Но, конечно, ей еще нужно созревать. Но вот так дыня выглядит в полной спелости. Она скороспелая. 60-65 дней от всходов до начала плодоношения. Ну, я могу сказать, вы можете еще смело прибавить 20 дней, пока дынька у вас взойдет. Всходят они дольше, чем огурцы. И потом 10-15 дней обязательно нужно дать ей на адаптацию, рассаде. Потому что пока она приживется, еще уходит время. Поэтому вот этой дыньке сегодня исполнился 90-й день. Иногда меня спрашивают, как я ориентируюсь, созрела дыня или нет. Многие ориентируются вот по этой плодоножке, когда она полностью высохнет. Но иногда бывает так, что плодоножка еще зеленая, а дыня уже давно поспевшая. И когда она уже сама отваливается с плодоножки, там внутри по консистенции она становится, ну, очень мягкой. Мы такие дыни не очень любим. Мы любим, чтобы дынька хрустела, но была уже вкусной. Поэтому я всегда ориентируюсь, когда я высадила дыню. Вот 90 дней, и я ее уже снимаю. Ну, один в один, как на картинке. И посмотрите, даже паутинка такая же, как на картиночке. Ну что ж, а теперь пойдемте взвешивать и пробовать. Дыню выращиваю второй год. И могу сказать, что иногда они бывают чуть меньше по весу, а иногда чуть больше. Так, ну посмотрим, сколько эта дынька. 1 килограмм 540 граммов. Довольно приличный вес. На разрезе мякоть светло-кремовая. Довольно толстая. Стеночка, наверное, ну, около 4 сантиметров. Ну и, конечно, она сладкая, сочная и очень ароматная. И по консистенции она не каша, она не разваливается, а она чуть-чуть хрустящая и очень-очень сладкая. Конечно же, я рекомендую вам попробовать вырастить этот сорт. Дыня отличная, прекрасно растет на нашей уральской земле, в Пермском крае. Еще хочу отметить, что эта дыня очень хорошо хранится. В прошлом сезоне мы уже в сентябре снимали последние плоды, отвезли их домой. И через несколько недель решили их открыть. Они были все спелые, вкусные. И мы наслаждались вкусом этого отличного сорта. Ранняя 133. Не бойтесь выращивать дыни, арбузы. Они прекрасно успевают вызреть и в регионах, где короткое лето. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.